У этого концерта, наверное, в Бишкеке, в русском театре были все шансы пройти незамеченным. Пройти тихо, мирно, но руководство театра со своей параноидальной цензурой сделало нам большую рекламу. Мы благодарны всем, что вы сегодня пришли, потому что мы считаем, что это из простого концерта, из простого музыкального события все-таки превратилось в нечто большее, в форму выражения протеста цензуре. Дело в том, что ситуация с цензурой, с политической цензурой, осуществляемой государством, как в случае с запретом фильма «Я гей, мусульманин», так и в случае с самоцензурой театра, с их боязнью ассоциироваться с какой-то непонятной для них культурой, с непонятной для них музыкой, показывает, что мы не можем просто так считать, как бы, мы не могли просто уйти из этого театра молча, как нам рекомендовали, и мы должны громко заявить о факте цензуры и пытаться каким-то образом защищать свою свободу и право на то, на право самим выбирать и решать, что мы хотим слушать, какую музыку мы хотим слушать, какие фильмы мы хотим смотреть, какие книги мы хотим читать и какие идеи мы хотим выражать. И поэтому сегодняшний концерт проходит под лозунгом «Против цензуры». И еще один момент, которым я хотел сказать. Если до этого, до факта цензуры, на самом деле, мы сами себе задавали вопрос, почему мы пригласили группу «Аркадий Кот» в Бишкек. И, наверное, у нас был на это ответ, потому что они приехали сюда в рамках нашей выставки, которая открылась в музее Атиева, либо Франко Франктерии. Вместе с этой группой мы пытались исследовать ту волну политизации, протеста и новой протестной культуры, которую представляет группа «Аркадий Кот». То сейчас, после этого факта цензуры, для нас также становится очевидным, что это было самое правильное решение пригласить сюда российскую антифашистскую группу. Мы живем в независимых странах, но наше информационное пространство продолжает оставаться единым. В Кыргызстане все смотрят Первый канал, и даже главный информационный портал, ну или во всяком случае один из читаемых порталов в Кыргызстане, КЛОП, в освещении этой ситуации сконцентрировался не на том, что группа «Аркадий Коц» — это антифашистская группа, что участники этой группы — участники российского антифашистского движения, которое активно сотрудничает с мигрантскими организациями, выражает солидарность мигрантам из Центральной Азии и пытается каким-то образом изменить ситуацию с ксенофобией и фашизмом в России, а сконцентрировался на том, что группа «Аркадий Коц» — это сторонники Пусси Райот. То есть даже для кыргызстанских СМИ самое главное в этом — медийный скандал, самое главное в этом, что они сторонники Пусси Райот. А в том, что это одна из многочисленных культурных групп, музыкальных групп в России, которая открыто выражает свою поддержку нашим с вами соотечественникам, которые трудятся в ужасающих условиях и испытывают на себе ксенофобию и насилие, это информационные средства информации в Кыргызстане не интересуют. И я хочу, чтобы вы их поприветствовали, и я приглашаю их на сцену. Пятые сидят на дугу, не
вокруг. Это твоя душа. И пообщаться с местными активистами, художниками,
и просто местными людьми. Спасибо большое за приглашение, это действительно очень важно для нас. Раз, два, три, четыре. Мама и папа, конечно, любят, а я больше полюблю тебя. Так, и желчь твое сердце польют, словно мочу в туалетный сосуд. Stop.
своего критического исполнительства. В общем, собственно, чем мы стараемся заниматься всегда. Мы не считаем себя музыкантами, прям, пожалуй, ни Олег, никто из нас. Мы стараемся исполнять те песни, которые считаем актуальными для теперешнего русскоязычного контекста, что мы подразумеваем под словом «контекст», все понимают, те события, которые происходят вокруг нас, и те гонения, которые испытывают политические и неполитические активисты, и вообще не активисты, просто граждане, люди, которые, некоторые из которых недавно совершенно после 6 мая попали просто в тюрьму, не будучи вообще осведомленными о том, как строится настоящая активистская организация, просто высказывая протест в адрес власти по отношению к угнетению собственного достоинства, к уничтожению. Пытаясь высказаться на эту тему, люди попадают в тюрьму. Таким образом политизируется все общество в целом. В этой ситуации, в этом контексте мы стараемся петь песни, которые нам кажутся важными, которые кажутся нам частью той традиции, которая длится очень давно, в том числе американской критической песни героями, которые были такие люди, как Муди Гадри. Собственно, следующая песня, которую мы считаем песней в поддержку Пусси Райот, потому что она очень четко ставит вопрос об отношении церкви и христианства. Объяснение христианства как таковое в совершенно другом ключе, в освободительном. И нам, собственно, очень сильно нравится это объяснение. Песня про Иисуса Христа, как его принято у нас называется. Эту песню в Москве, где живут богачи и попы.